Дорогие жители Городецкого округа, поздравляю вас с Новым годом! Этот год, безусловно, стал для нас годом вызовов и испытаний. Но он также стал для нас и годом возможностей, новых достижений. Изменился мир, условия, в которых мы с вами живем и работаем. Главное, мы не изменили самим себе. Городецкая земля продолжает те традиции, которые определяют наш с вами характер. Несмотря на все изменения, мы сохранили наш потенциал и вектор дальнейшего развития. Важный итог года – мы стали округом. Это изменило нашу систему управления, но не поменяло большие планы по развитию нашей территории. Мы продолжаем менять нашу среду, благоустраиваем дворы, ремонтируем дома, социальные объекты. В этом году заволжская футбольная команда «Мотор» впервые за долгие годы стала чемпионом Нижегородской области на новом стадионе. Это ли не пример того, как наши совместные усилия воплощаются в конкретные результаты? Еще один важный итог этого года – мы стали более сплоченными. Русским людям свойственно в самые тяжелые времена доказывать свое единство и способность противостоять внешнему давлению. Дорогие друзья, сегодня хочу пожелать всем мира и добра, здоровья и благополучия вашим семьям, особенно тем, кто сегодня находится вдали от родного дома. С Новым годом! С наступающим Рождеством!